Председателя Актауского городского суда по уголовным делам подозревают во взятке 18 миллионов тенге. Подробности громкого задержания раскрыли в антикоррупционной службе. Более того, обнародовано видео задержания. На кадрах чутко видно, как служитель Фемиды берет тот самый роковой рюкзак с миллионами. Задержанный действовал по классической схеме. Через доверенное ему лицо он запросил деньги от подсудимой по уголовному делу. Взамен служитель Фемиды обещал вынести приговор без лишения свободы. На видео доверитель из одного автомобиля достает сумку и перекладывает в другой, а после передает ее задержанному. Через несколько минут его задержали. В рюкзаке находилось 17 пачек денег номиналом 10 тысяч тенге. Агентством по противодействию коррупции в рамках досудебного расследования, согласованного генеральным прокурором, в соответствии со статьей 550 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, задержан председатель Актауского городского суда по уголовным делам Мангыстауской области. Вышеуказанный соучастник преступления заключен под стражу и выдворен в следственный изолятор города Актау. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.